мы очень быстро влились в Российскую Федерацию, несмотря на то, что вот какое-то время у нас был подготовительный период, мы вроде бы очень близко подошли к законодательной базе, к тому, что они, к тем требованиям, что они делают. Все равно, несмотря на это, мы очень быстро влились в эту законодательную базу, и мы сейчас должны, ну, можно так сказать, играть по правилам, правильным правилам. И вот именно вот этот момент узнать, что же это за правило, чтобы мы ничего, во-первых, не нарушили, во-вторых, чтобы мы правильно видели свои перспективы. Вот это очень важно на самом деле. Хочется сказать большое спасибо преподавателям очного этапа. Юлия Валентиновна, Галина Владимировна, просто низкий поклон, так как они рассказать очень просто о чрезвычайно сложных моментах, это и бюджетные закупки, и антикоррупционное законодательство, уложить все это, то есть действительно в нас вложить тот огромнейший опыт, тот огромнейший материал, который у них копился, наверное, не годами, десятилетиями. Это мастерство, это большое мастерство.